Еще пару слов про знакомство с женщинами. Сейчас я покажу вам сообщение, которое прислал мне подписчик моего канала в Телеграм. Сообщение достаточно длинное, будет два скрина. Но, на мой взгляд, то, что в нем написано, достаточно интересно, а особенно концовка. Действительно, для того, чтобы у вас было много женщин, вам нужно вести активную социальную жизнь. То есть, проще говоря, вам нужно много где бывать. Потому что если вы нигде не бываете, то даже те женщины, которые, возможно, захотели бы с вами познакомиться, вас просто не могут увидеть. Я абсолютно уверен в том, что на каждый товар есть свой купец. Но товар нужно показывать потенциальным покупателям. Нормальный человек, если хочет продать свой товар, то он едет с ним на рынок, а не встает где-нибудь в лесу, где вообще никого нет.